На скворечнике рядом здесь вот приехали косить траву. Алёша Усинов прибежал, попросил, а я уже Игорю отдал неделю назад. Он тоже позвонил, Игорь даст ему или нет. А Игорь барабащёк, и давай хоть рубашку снимет и промолчит. Вот. И тоже трактор, буквально через 5 минут уже заехал трактор. Это нанятый, видимо, поршень или откуда. Вот он идет. Пожалуйста. Так, косит так. Баня наша, вот он разворачивается, окружил уже. Пошел дальше. Они с удовольствием работают здесь, кто весной пашет, то есть когда косит, потому что рассчитывается сполна, обмана никакого нету. Ну и это людям-то всем нравится, как и нам самим нравится. Видите, вот он прошел, вот она какая трава была, вот она какая, и какая она лежит сейчас. Вот видно она. Трава нынче страшенная. Это все дожди. Это гараж под нашу газельку. Ну, видите, все здесь как надо. Сюда дети приходят. Вот он, дровяник. Это кроме основного дровяника. Вот сколько дров в прошлом году наготовили. Это все работа, труд, безделье. Это не компьютерные игры. Это все надо покрыть, от дождя скрыть. А это вот дети упражняются. Вот сегодня вот утром пришли работать, но на меня наткнулись. И я им предложил вчерашние съемки посмотреть. Им просидели до завтрака-то. Ну ладно, отработаем. А кто работал в пятницу во вторую смену, говорит, за 4 часа шкурили там. Сегодня они отдыхают, на вышку залезли, играть будут. А это балерина. Аббревиатура. Башня летняя резиденция Игнатия Начальника. Трехэтажное здание на кривых ногах, на пасынках. Вот так. Вон какие там тополя растут. Даже отсюда видать, это гигантские, огромные тополя. Втроем мужчину только обхватывает остров. А то рядом парник у нас, теплица так называется. А то крыша дальше, видать, первая землянка, первая в Потеряевке. Был, кажется, Гридин или как, Гребнев. Вот. Геннадий принял крещение Гавриил, потом отрекся, все запил и ушел, и ослеп. Стал слепой. Где он? Вот я пока показывал, а уже этот тракторист уже едет в обратном направлении. Вот так. Показать, как в деревне жить. Это одно удовольствие. Ну, я имею в виду, конечно, для всех это, но особенно, когда у человека есть здоровье, достаточное для того, чтобы обрабатывать землю. Мы тут даем комментарии, которые будут обдумывать кое-кто. Ну, а кто-то просто засмеется, похулит и скажет, ну, нашел тоже, что, деревня. Деревня кормит. Вот так. Деревня – это все. Показать его на шоферы. Все, наступил на тебя. Да где ты у меня, беленькая моя? Прости меня, ну... Да я тебя наступил на хвостик шикарный твой, да умница моя. Бегаешь под ногами, маленько смотреть тебе тоже надо. Вот я, видите, руки шевелятся, трясутся. Понятно, как движется все. В городе из окна только выглядывать будешь. И когда стоят в очереди у бака какой-то бочки, с молоком. Отец наш говорил, ты угасись корову-то. Трудно доиться, много в очереди стоять надо. Вот он ее, пошел. И он ездит, взял с собой сына. Рядом сидит сын. Он не болтается у него, не хулиганит. Он работает. Вот так. Вот шофер. Пожалуйста, пацаненок. Он прибежал, там отец послал его, и тоже он убирает. Деревня – это жизнь. Вот как. Там попала трава, они ее убирают. Так. Так, разрешите поговорить с мальчиком?
Поговори с мальчиком, подойди поближе сюда. Подойди. Подойди сюда. А то вы из какой деревни? Ты из Корчина? Да. Как звать тебя? Нет. Видите как? Вот как замечательно, когда ребенок учится у родителей, он не болтается как в город. Это мы для города показать. Какая жизнь в деревне, настоящая жизнь. К нам вот приезжает, в прошлый раз вот какой-то Николай его звать, пахал. Это брат наш. Ура. Николай Лебедева знаете? Да, знаю. На Т-16, который вот, сено косил. Вот, мы с ним поговорили здесь. Нет, вы не поняли. Который, помнишь, сено косил? Косил у вас раньше сено на Т-16. У меня не было, я не знаю. Потому я-то приезжаю на лето только. А мы его внук. Он летом у вас всегда косил сено. Так, кошку мне тут шугануть надо будет. Да мы закосим маленько и все. Вот. Видите, какое дело? Ну и он тут у племянника моего намерили сколько-то, ну сколько там, 500 рублей, 5 соток. А я пришел со своим сожжением, намерил 6, я говорю, 100 рублей тащите ему. А он удивился, говорит, а у нас бы в Корчино сказали 300, чтобы шофер-то не отдать, тракторист. Я говорю, нам не положено, мы верующие. Не, у нас деревни обманывают, 10 соток, они говорят, 6, 7. Нет. А мы смотрим, вот я тоже пошел уже. Ну я замерил, но он мне племянник, я его турнул, ищи сотни, скорее побежал. А он удивился до того. Вот проходит. Это брат родной. Вот. Я пошел, все огороды замерил, и маленько не хватает, допустим, 11,2. Я говорю, платите за 12, потому что старательный человек. Вот как. Ну-ка, выгони ее оттуда. Она ручная, так, тащи ее за воротник. Ну-ка домой уходи. Видишь ты? Красота. Молодец. Учись, всегда будет хлеб. Вот так. Ладно, поехали. С Богом, с Богом. Приятно смотреть, приятно, вот. Отошел.